Думаю, отлично видно. Всем привет. Привет, мои хорошие. Итак, картошку я уже начала резать в сторис. Сейчас мы с вами продолжим это делать. Поскольку индейка у нас осталась, которую я готовила, она была в холодильнике. Да, есть мы ее не смогли, поскольку она 10 килограмм весила. Поэтому сейчас мы будем делать так, чтобы эта индейка в конце концов ушла. Что нам для этого нужно сделать? Нам нужно приготовить картошечку с индейкой. Нарезаем картофель так, как будто вы собираетесь просто его жарить. В принципе, мы это и будем делать. Каждый нарезает по-своему. Я люблю брусочками. Некоторые любят кружочками. Кто как любит. Вы можете делать так, как нравится вам. Но уверена, что у каждой хозяйки есть в загашнике способ, как использовать продукты, которые остались от праздничного стола. Итак, я беру сковородочку и начинаю разогревать. Помимо этого я набрала чайник и тоже включаю для того, чтобы у меня была горячая вода под рукой. Привет, привет, мои хорошие. Кстати, кто спрашивал про эти досточки, я вам еще раз говорю, что они классные. С тех пор, как они появились на моей кухне, я никакими другими не пользуюсь вообще, в принципе. Поэтому, если кому-то нужно, я могу просто вот эти вот доски просто подарить. Мне они не нужны, потому что у меня есть каменные досочки от Гарти. Они очень клевые. Сейчас я в сторис целый эксперимент провела, когда куркумой, знаете, как красится? Она красится вообще сильно. Вот я с этой куркумой сейчас прямо на досточках проводила эксперимент. Сейчас я вам покажу досточку от пластикового. Вот она осталась. Видите, желтая. Она не отмывается. Может быть, она постепенно и отмоется, но это будет долго и муторно. А хочется, чтобы на кухне всегда было красиво. Итак, продолжаем нарезать картофель. Я сейчас надену фартук, чтобы вас не смущать своим красивым костюмом. Потому что я смотрю, там уже кому-то он уже поперек горла. Поэтому давайте-ка я сделаю так, чтобы никого не смущали мои распущенные волосы. И то, что я без фартука. Говорить мне не очень удобно, потому что я уже говорила, что у меня сейчас идет большая программа по зубам. Мне устанавливают виниры. И поэтому сейчас пока репетиционные пластмассовые зубы. Пока сложно с ними. Красота. Обожаю готовить. Для меня это прям песня. Мне кажется, лучше домашней еды нет ничего. Какие бы рестораны, какие бы кафешечки не были, домашняя еда это все-таки ни с чем не сравнимо. И вот этот аромат блюд, вот этот уют, который придают эти ароматы в доме, мне лично больше нравится, чем безликие холодные интерьеры. Пусть они даже будут напичканы
всякими диковинками. Все равно, на самом деле, по мне, так лучше пускай жареная картошка пахнет в доме и лежат ковры. Это как-то, знаете, как-то милей, что ли, душевней. По мне так. Вот. Так что погода на улице радует. Мы вчера чан разогрели с Юрой. Думали, что и Оля с Ильей искупаются, и Кирюша. Но они так подустали, что уже не смогли. А мы пошли. Для меня вот чан банный, это просто лекарство от усталости. Когда вот залезаешь в эту теплую воду, пар, на улице снег лежит, а ты в этом чане, в горячей воде, это такой кайф, непередаваемый восторг. Просто восторг, реально. Так, с картошкой закончили, теперь лук. Отправляем лук туда же сразу. Ну и тот лук, который я показала в сторис, тоже отправляем. Это лук с куркумой. А теперь я найду чеснок, потому что в этом случае чеснок нужен. Так, я смотрю, там ругачки идут, да? Никто не боится ничего. Я же после этого эфира пересмотрю все и обязательно удалю тех, кто здесь плохо себя ведет. Вы просто на будущее, если вы хотите быть подписаны на мою страницу, вы не рискуете сейчас, когда вы гадости пишете, не надо. Потому что после этого эфира я просмотрю обязательно все комментарии. И тех, кто себя ведет гадко, пока я занята, я считаю их крысами прям, которые в тот момент, когда человек просто рассказывает про кулинарные какие-то вещи, когда заняты руки и глаза, да, ведут себя вот так. Я считаю этих людей крысами. Поэтому я их обязательно удалю, заблокирую. Если вы хотите оставаться на моей страничке, то вы не будете так себя вести. Поэтому лучше сразу делайте выводы и извиняйтесь, чем вы потом просто окажетесь за бортом. Что для вас важнее, сейчас вот выстраться или оставаться здесь и получать какие-то знания и рецепты? Вы просто для себя решите раз и навсегда, и все. И все станет на свои места. Расставляйте в жизни правильные приоритеты. Это всегда очень важно, когда вы делаете какие-то поступки. Нужно всегда остановиться на какой-то момент и подумать, что для меня сейчас важнее всего. Что мне даст то, что я сейчас напишу гадость? Минутную радость, минутное удовольствие, поднятие собственной самооценки – не вопрос. Что я получу после того, как меня заблокируют? Я лишу себя просмотра хороших кулинарных рецептов, интересных каких-то вещей, путешествий вместе и так далее. Многого, короче. И после этого принимайте решение писать гадость или просто подумать и не делать этого. Счастливее вы стали от того, что вы написали? Нет. Однозначно нет. Мне все равно. Я удалю. А вы подумайте, надо ли вам это. Вот и все. Итак, чесночок тоже добавляем, а теперь перемешиваем.
Чтобы было видно, показываю. Посмотрите, какая золотистая, красивая картошка. Ну, красота необыкновенная. И уже пошел запах. Так, пока она жарится, мы в это время приступаем к нарезке индейки. Посмотрите, сколько ее осталось. Ее осталось очень много. Это при том, что я еще и Оле с собой дала. И все равно ее осталось много. Поэтому я беру кусочки и просто нарезаю кусочки индейки. Сейчас покажу, какими кусочками. Как можно такое мясо выбросить? Конечно, нет. Сейчас мы сделаем из этого конфетку. Просто конфетку. А после этого мы еще помоем досточку. Я вам покажу, как она моется легко. Красота. Просто красота. Мясо получилось идеальное. Если кто-то из вас не присутствовал на прямом эфире, когда я делала маринад, очень жаль, потому что маринад шикарный получился. Индейка очень нежная. Получилось прям классно. Ну все, вот сейчас пока так. А дальше, кстати, я индейку опять уберу. Может, даже заморожу. И потом просто можно готовить рис с индейкой, гречку с индейкой. Можно приготовить пасту с индейкой. Все, что угодно. Но у вас всегда есть заготовка шикарного белого мяса, индейки, который вы можете и на бутерброд мужу сделать, и ребенку, и так далее. Все. Вот этого мне достаточно. Больше я не буду использовать. Посмотрите. Вот так я нарезала, отправляю. Шикарно. Что получается? А получается вот так. Продолжаем обваливать. А это пока я уберу. Добрый вечер. На марафон попасть можно написать мне в директ, либо на почту, если не получается. Привет. Я обязательно буду есть картошку, я всю ем, я уже много раз повторяла, ем, но понемногу. И картошку в том числе. Привет. Вкусно, конечно, нереально вкусно, очень. Да, простой, обалденно вкусный. Вы знаете, я вообще поборник простых рецептов. Я люблю готовить просто легко и вкусно из того, что есть в шкафу и в холодильнике. Для меня это очень важно. Это сделать быстро и вкусно. Поэтому привет, привет. Макдональдс или KFC? Макдональдс, и причем яблочные или морковные дольки. Вот для меня это самое лучшее там. Слюнки бегут, конечно. Вкуснотень получится. На марафон не смогу, 2 дня голодовки не выдержать. Это не голодовка. Мы кушаем воду. Она очень вкусная, кстати. Да, самый простой рецепт всегда самый доступный и вкусный, правда.
И самое главное, что мужчины любят именно простую еду. Заметьте, это у нас у женщин начинается вот это вот придумки разные. А мужчины любят по-простому. Вот кусок мяса пожаренный, в лучшем случае салат. Некоторые даже салаты не едят, зелень. Кусок мяса, все. Картошка тоже жареная, для мужчин это супер. Поэтому любите своих мужчин и балуйте их простой, вкусной едой. Марку Мельниц. Рассел Хоббс. Вот он. Так, ну что там? Уже столько всего. С нетерпением жду начала марафона. Да, мужчин, да, вот скажите, это женщин, нам вечно надо корень мандрагоры, яйца зеленого пеликана. А на самом деле все просто же. Пожарь картошки, либо отвари картошку, сделай пюре, и все. И мужчины будут счастливы, довольны с куском мяса. Все. Да, я все напишу, всем отвечу, всем, кто написал после первого эфира, всем отвечу, всем все напишу. Не переживайте. Посмотрите, пожалуйста, картошка не ломается, все кусочки ровные, красивые, индейка поджаривается. Чесночок дает тот запах, который нам нужен. В общем, получается идеально. А здесь у меня, знаете что? Здесь у меня деревенское молоко. И мы сейчас его будем заливать туда. Сейчас дождемся, когда будет готова картошка, и будем заливать именно туда. Пока не готово. Ждем. Кстати, вот эта вот крышка, я знаю, что у многих уже есть, но на всякий случай, девчонки, кто еще не купил, покупайте, потому что удобно. Видите, здесь рисочки. Это на 3 размера кастрюли сковорода. Раз и готово. Делаем на медленный огонь и ждем. Блинчики я могу тоже приготовить. Мне нужно ехать за молоком. У меня просто молока сейчас нет. Поэтому пока без блинчиков. Могу съездить, на самом деле, без проблем. Хотите? Вечером сделаем еще эфир с блинчиками. Если бы мне написали на почту, я бы уже ответила. Пишите на почту, потому что директ и Инстаграм не все пропускает. Я не знаю, где это продается, но Оля мне подарила на Новый год. Не знаю, сколько она стоит, девочки, мне это подарок. Вы же смесь купили, какую смесь? Про что вы? Хотим. Все, значит, будем сегодня блины печь с вами. У нас же впереди еще масленичная неделя, да? На штатив ставлю. Штатив. Я же не могу вам штатив показать, когда у меня телефон там сейчас стоит. На Валберис 2000. Две штуки сразу. Почта у меня в профиле. Просто смотрите на страницу, сверху моя почта указана. Смесь из Экомаркета. Так уже съели эту смесь. Вы что? У меня же тут семья целая была. А теперь пригодился чайник. Чуть-чуть. Вот прям самую малость. Для того, чтобы не горела картошка, я налила кипяточка. Чуть-чуть. Привет. Очень вкусно. Я уверена, что мой муж сегодня будет дополнительную порцию просить, добавку. Он очень любит и жареную картошечку. А с индейкой получается просто восторг.
Вот, теперь она тушится. То есть все, что поджарилось, теперь тушится. Сейчас, как только она мягче станет, мы дольем молочко. В нашем доме, слава богу, этой гадости нет. Крышки в Ашане стоят. Вот, видите, есть. Вот девочки подсказывают, ура. Укропчик обязательно. Обязательно. Кстати, давайте зелень сразу порежем. У меня есть зелень. Кстати, из экомаркета. Сейчас возьмем отсюда укропчик. И возьмем зеленый лучок. Тоже его очень люблю. Вот такой. Сейчас я это все помою. Мне тут посылочка пришла. Я себе заказала курточку и брючки. Знаете, есть такие брюки, называется карго модель. Мне в последнее время почему-то она очень нравится. Не знаю почему. Мне разные формы брюк нравятся, но в последнее время очень прям что-то подсела на карго именно. Так, сейчас еще один зубчик чеснока. Вот прям чуть-чуть буквально, чтобы освежить аромат. Так, раздавила и покрошила. Сейчас будет происходить чудо. Посмотрите внимательно. Я открываю сковороду. Не перемешиваю больше. Беру молоко и заливаю молоком. Посмотрите. Его должно быть чуть-чуть только видно. Вот чуть-чуть. Оно не должно покрывать картошку целиком. Накрываем. И буквально 3-5 минут максимум. После этого зелень с чесночком, и все. Представляете, мы с вами пока разговаривали, уже картошка готова. Так, что там опять за спор? Ирочка, вы очень классный, молодец, вашему мужу повезло. Мне тоже с ним повезло. Выходите почаще в эфир, обязательно. Да, жареная картошка и омлет – это мои прям любимые блюда, поэтому если вам не нравится, вы можете просто отключиться. Потому что все, что остальное я готовлю для вас, это как будто ноль, понимаете? Индейку, потом недавно готовила клевтика блюда. Для вас это ноль, понимаете? Вот именно для вас. Потому что вы ничего не видите, у вас тупой мозг. Потому что вы видите только жареную картошку и омлет. Пусть будет для вас именно так. Я королева омлета и жареной картошки. Для вас именно я королева омлета и жареной картошки. Все, вам нечего делать у меня на странице, можете покинуть ее. Она зелень под струю сунула, но не мыла. Сунул, вынул и пошел. Вот я такая, да. Я вот грязную зелень буду есть. Так что хорошо, что это не для вас я приготовила. Прям замечательно. Это
Здесь зато красота готовится сейчас. На растительном масле подсолнечном. Я вообще не злюсь. Ну, неприятно слушать. А мне приятно это читать. Неприятно не слушайте. Потому что это невозможно просто. Столько гадости, сколько я в свой адрес получаю, это нереально. Поэтому успокойтесь. Я посмотрела бы, как бы вы отреагировали. Сколько времени жарить утку? Смотрите, если вы хотите, чтобы мясо от костей отходило, если вы хотите, чтобы было вот прям вкусненько-вкусненько, то обязательно маринад 100% и обязательно на низкой температуре готовить долго. Я в последний раз индейку держала где-то около часа на температуре 120 градусов, и сначала растопился внутренний жир, который я сверху подкалывала, а потом только я включила на 180 и еще 2 часа держала. И индейка получилась такая, что вот просто она от костей отходила. И мясо в то же время, оно было не рыхлое, оно прям отличное. В общем, все довольны. Блин, такие классные. Да, спасибо. Да, все аккуратисты, когда смотрят со стороны, это кнопочные критики. Ой. Так. Авария. Спасибо, спасибо, да. Кстати, вкусную картошку не каждый может приготовить. Точно, однозначно. Знаете, я, кстати, давала рецепт жареной картошки по большим просьбам, да, и омлет, кстати, тоже постоянно просят. Вот. И мне очень многие девочки написали, что до этого, оказывается, не умели ее жарить, потому что они жарили. Ну, так классно, чтобы вот каждый ломтик был целый, чтобы она была золотистой. Не жарили до этого. И вот они попробовали, и мой рецепт помог. Понимаете, помог многим попробовать настоящую вкусную жареную картошку. Загляните в директ, обязательно загляну. Но не сейчас же, я сейчас не могу. Масленицы, и вас всех с масленицей. Будьте добрее, девочки. Ремонт делали вот в тех комнатах, которые у меня после столовой, гостевые две. Эфир про блинчики будет, да. Это просто нереальная вкуснота. С масленицей, да. Привет, привет. Ульяновск, привет. Вы супер, спасибо. Мне нравятся ваши рецепты, люблю готовить по ним. Спасибо. На марафон можно попасть, написав либо в директ, либо написав мне на почту, если я не отвечаю в директ. Благодаря вам научилась правильно готовить омлет. Ну вот видите, у меня на самом деле дочки учатся омлет готовить. Несмотря на то, что они все шикарно готовят, но вот такой омлет у них не получается. Редко. У меня он всегда получается пышный, хотя я ничего такого не делаю. Мне кажется, что я все делаю как обычно, поэтому не знаю почему.
Оладушки с яблочным припеком. Шикарный рецепт. Согласна. Тоже. Кстати, картошка жареная не получается. Вот вроде, да, несложно. Омлет, кстати, рецепты есть в этом, в актуальных. Так, ну что, идем? Зелень. Зелени многовато, пока оставлю. И выключаем. Показываю, что получается. Получается вот такая вкуснота. Я накрываю это крышкой. И блюдо просто, как называется, отдыхает. Сейчас я уберу это, и мы с вами поболтаем. Так, внимание. Кто со мной, тот герой. Кто меня любит, тот молодец.